знакомый лес. Впереди стоит машина, но они вышли из леса, люди, и не уезжают, не уходят. Вот. А мы в Лубню приехали. Это дальше, чем Телеши. Такой хороший лес. Просто хочется новый лес посмотреть, но мы здесь не были. Мы были дальше, в сторону Красного. Лес очень такой могучий, дремучий. Вот, мы идем. Солнце пока есть. Компас мы не брали. И залезли в бурелом. Угу. Я хотела направо, а он повел меня сюда, налево. И вот залезли в бурелом. Никаких грибов тут нету. И в помине. Только ноги все сломаешь. Ладно, посмотрим. Ну, бери зонтик. Саша. Зонтик, а что еще? Сейчас я гляну, подойду. Придется пролезать. Уже налазились по бурелому. Находка. Да ничего и не надо, хорошо. Он рядышком тут рос. Жемчужный мой мухоморчик. Прекрасный. Очень даже на нем пятнышки. Такой. И этот же, это ж не зонтик. Это ж мухомор жемчужный. Срежь его под корень, покажу корень. Давай срезай. Этот пока отрежь ножку ему. Отрезай ногу полностью. Все, голову бери, я там разберусь. Чего ты мне его показываешь? Этот режь. У меня немного заряда. Ой. На камере. Ох. Вот, шикарнейший. Наклони чуть-чуть. Ты мне показываешь корень, а гриб я не вижу. Что ж ты сделал? Возьми в руки вон тот. Нет, вот это покажи. Чтобы, кто не знает, отрежь ему хвостик. Ну вот хвостик. Ну отрежь его. Как хвостик ты отрежь, чтобы люди видели, что он покраснел, почервивил. Вот теперь ты все понял. Все. Вот это он точно. Это хорошие грибы. С ней если попробуем пройти в лес направо. ТСЖ. Как будто морда какая-то лешего. Прищуренная. Похоже. Дебри мы прошли? А? Нет, там нарост один на дереве. Да? Угу. Посмотрим сейчас. Здесь даже дорога через лес есть. Во. Ладно, глянем. Красиво уже. А? Вот. Маугли ходил, ныл. А я вот пришла недалеко тут по тропинке и белые грузди нашла. Это уже для меня удача. В такую даль приехали. Хоть просто интересно что-то найти. А это вкусные грибочки. Супер. Сейчас еще вокруг посмотрим. Вон там что-то вдалеке виднеется. Лес такой приятный. Папоротник, ходить здесь просто. Но грибов других нету. Ну, срежь какой-нибудь гриб, я тебя сниму хоть. Вот я нашел. Думал, что это такое. А это он что? Это дождевик. Веселка? Веселка. Ну, яйцо веселки. Ладно, на ужин съешь. Ага. Раз других грибов не хочешь мне находить, я не буду, будешь есть веселку. Ну, ладно, Катя съест. Срежь большой гриб, я посмотрю. Полножки бери, если ходить не стали. Такие грибы нас не устраивают. Неинтересно совершенно здесь бродить. Поедем в свой лес. Ладно. Ну, люди вышли с корзинками какими-то из этого леса недавно. С той стороны. Мы там побыли на той стороне. Ничего. И здесь тоже не густо. Все. Уходим. По стороне лес слегка захламлен. А что на этом дереве? Вот такое. А ничего, это просто сруб, наверное, такой. Посмотри, что это там такое. А ничего, просто упало дерево. Большое. Вот, заканчиваю кушать. Подано на сегодня. Всем пока-пока и до встречи. Абрикоска в середине для мебели, так сказать. Всего.